Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я не могу передать, если честно, как я рада снова вернуться на YouTube. Понимаю, что многие не замечают моего отсутствия. Во-первых, видео все равно более-менее выходили. Но на самом деле я последний раз снимала где-то числа 8 марта, а сейчас уже 1 апреля. Ну, 3 недели я не снимала видео. Я соскучилась, мне очень-очень сильно хочется показать вам что-то, куча посылок. У меня вообще, если бы вы просто видели, я не стала снимать влог, потому что увидела, что вам, наверное, влоги надоели, вы их перестали смотреть. И у меня передо мной стоит диван, на котором 6 коробок и 2 пакета. И это все, что мне хочется вам показать. То, что я не трогаю, потому что есть какие-то задумки, как хочу снять видео. Одно из них я сейчас сняла. И теперь я вам хочу показать вот такую вот коробочку, которая пришла ко мне. Вообще, слава богу, что пришла, но она, конечно, вся покорежилась. И это посылка с сайта E-Vitamins. Дело в том, что я не собираюсь ни от кого скрывать, они мне написали, предложили выбрать, что я сама хочу. Это сайт, который, ну так скажем, аналог сайта iHerb. И, конечно, я не отказалась, потому что вы знаете, насколько я люблю постоянно пробовать новый уход, какие-то маски. Я все время за собой стараюсь ухаживать, не всегда это видно по мне, к сожалению, огромному, но, тем не менее, я это люблю. И я сразу заказала то, что я очень-очень-очень хотела. И в любом случае, даже если бы не они, я это купила бы. Давайте, наверное, я вам немножко расскажу про магазин. Все в нем хорошо. Иногда цены бывают дешевле, чем на сайте iHerb. Иногда бывают они такие же, бывает дороже. Но здесь платная доставка, к сожалению, в Россию. Если вы живете в другой стране, то просто ради интереса перейдите на этот сайт, посмотрите, может быть, вам доставка будет и выгодна. Потому что сайт неплохой, есть бренды, которые не представлены на iHerb. Но я не буду лукавить, я не буду врать вам и говорить, что я бы с него все время заказывала. Нет, я не собираюсь никого обманывать ни в коем случае. Я сама закажу на другом сайте только лишь потому, что там бесплатная доставка от $60. Здесь, к сожалению, такой функции нет. Грубо говоря, вот посылка, за которую я вам сейчас покажу, обошлась именно только пересыл. Здесь порядка 2000 рублей или 1700, но это очень дорого и, конечно, это бессмысленно. Но давайте здесь сейчас смысл не в самом даже, наверное, сайте, а в том, что я заказала и что я вам хочу показать. После видео Вики 3000, это было еще, наверное, пару лет назад, ну как минимум год назад, когда вообще я начала свое знакомство с фирмой Derma E, я решила попробовать. Думала, вот у меня закончатся все кремы, весь мой уход, и я обязательно куплю себе укрепляющую их, подтягивающую, лифтинг, так скажем, серию. И крем и сыворотку я вам сейчас покажу. Я заказала. Это, вот мне, кстати, тут все пришло почему-то, ну, какое-то совсем покоцанное, хотя ничего не разлилось, я не знаю. Это, да, Derma E, как я уже сказала. У меня есть видео про их серию с витамином А. Вот здесь обязательно оставлю ссылочку, посмотрите. А это Derma E в составе. И это увлажняющий крем с альфа-липолевой кислотой. И, вернее, это даже не увлажняющий, это как бы подтягивающий, но он с увлажняющим эффектом крем. И этот ингредиент, он здесь снова вот такая стеклянная баночка, она довольно-таки увесистая. Здесь аж 56 грамм. Для крема, на мой взгляд, это много. Что касается аромата, то он снова, я еще не пользовалась, это пока я просто вам показываю, так скажем, распаковку, если можно так назвать. Хотя, может быть, крем у меня в итоге все-таки потек, вот не знаю. У него не очень приятный аромат, знаете, такая отдушка какая-то немножечко, ну, на любителя, совсем на любителя, какими-то травами пахнет. Но самое главное, это то, что
это крем, способный, как говорят, творить чудеса. Я не знаю, я вместе с вами хочу, конечно же, это проверить и потом вам рассказать. Также решила обязательно взять сыворотку, и я ее заказала. Здесь 60 мл, абсолютно из той же серии, тоже с вот этим самым DMAE, не знаю, как правильно даже, если честно сказать. Кстати, здесь мне нравится тоже дозатор, потому что он, в принципе, есть, не нужно никуда за этой сывороткой. Я не люблю пипетки, вот честно, не очень люблю, мне больше нравятся такие дозаторы. Я вижу, что эта сыворотка такая немножечко жиденькая, и, вернее, это даже не сыворотка, это серум. И большой объем 60 мл. То есть я планирую, покажу вам чуть позже, когда до меня дойдет еще одна посылка с другого сайта, сайта iHerb. И там я взяла, я хочу всю серию взять. Я взяла себе тоник, тоже их вот этот укрепляющий. И также взяла себе средство для умывания. Из сайта E-Vitamins я еще заказала крем для глаз из этой серии. Поэтому я хочу дождаться все и потом уже снять для вас обзор. Но я оставлю ссылку, найду видео Вики. Она все-таки врач, она все-таки профессионал. Она очень-очень подробно рассказала про то, для чего вообще у нее вся, кажется, тоже была серия. Для чего вот этот нужен вообще, что это такое DMAE и как он способствует. Ну, настолько у нее был хороший отзыв, я решила, хотя я говорила, наверное, DMAE я снова брать не буду, но решила, что все-таки мне нужен этот уход. Потом я давно хотела, вернее, у меня был как-то пробный набор от фирмы Andalou Naturals, и у меня был, вот я не помню точно, по-моему, какой-то очищающий или для проблемной, или для жирной кожи. И мне захотелось, так как я сейчас потом тоже, когда вы посмотрите все мои видео, вы поймете, что я подсела на витамин С, я хочу его пробовать, хочу, чтобы у меня он был в разных видах. Потому что я хочу, во-первых, избавиться от пигментных пятен, а во-вторых, хочу сияющую красивую кожу. И я решила, что вот такой пробный набор отлично подойдет для того, чтобы понять. Вообще, как-то, знаете, вот пробники, казалось бы, да что ты можешь понять? На самом деле, достаточный объем для того, чтобы понять, подойдет тебе или нет. И это здесь что вообще в себя включает? Он недорогой, он около 1000 рублей, он есть на обоих сайтах. Как? Я считаю, что здесь действительно достаточный объем для того, чтобы, ну, вообще понять, да, что собой представляет. И что же здесь есть? Ну, во-первых, здесь есть очищающее средство с лимоном и витамином С. Потом здесь есть гликолевая маска. Если честно, то я вам сейчас дальше, вы поймете, что я хочу сказать по поводу гликолевой маски. Мне вообще гликолевая кислота очень подходит и очень нравится. Также здесь есть тоник. Вот тоник этот я хочу, если мне понравится, вот как бы для чего я взяла этот набор. Я взяла для того, чтобы попробовать и все, что мне понравится, купить в полном размере, потому что вообще отзывы хорошие. Также здесь крем есть один ночной, другой дневной. И опять-таки здесь везде, конечно, витамин С. Так что, как я уже сказала, давайте я сейчас вам открою, покажу. Во-первых, это классная идея для подарка, если вы знаете, какой тип кожи, допустим, у человека, у вашей там подруги, мамы, близкого какого-то. И здесь достаточные объемы. То есть, посмотрите, здесь все по 15 мл, что-то здесь 30 мл, кажется, вот тоник здесь 30 мл, да. И этого объема 24 мл средства для умывания, что-то 15 мл. Этого объема более чем достаточно, чтобы понять, насколько вам подходит, не подходит, нравится или не нравится средство, чтобы купить в полном объеме. Поэтому я думаю, девчонки, вы будете рады, что в ближайшее время я постараюсь все-таки снимать побольше влогов, потому что мы все с вами будем пробовать. Я обо всем хочу вам подробнее рассказывать. Я забыла отключить звук на телефоне, извиняюсь. И сейчас я это сделаю. Так. Поэтому да, но что я все-таки, несмотря на то, что я сказала, сначала хочу попробовать набор, я почитала отзывы и решила, что мне прямо сейчас нужна вот эта маска с гликолевой кислотой от этой же фирмы Andalou Naturals. Дело в том, что этот заказ я оформляла еще в январе.
Даже, да, в январе. И он у меня потерялся. Так получилось, что у меня потерялся этот заказ. И я, конечно, не думала, что я получу его там в середине марта или когда, в конце марта, когда я его получила. Что касается вот этой маски, я уже открыла, я еще ничем не пользовалась. Она пахнет здесь, во-первых, тыквенное пюре. И она вот пахнет этим тыквенным пюре. Я не знаю, наверное, все-таки я начну ей пользоваться, пока еще не сильно жарко, и у меня куча кремов с SPF. И, кстати, по поводу того, что у меня эта посылка потерялась, я ждала-ждала, ничего не писала. Ну, потом написала представителю E-Vitamins и говорю, так и так, говорю, просто чтобы вы знали, понимали, к сожалению, посылка потерялась, я не смогу попробовать там рассказать о вас и так далее. И они передо мной извинились и сказали, что выделяют мне новый, ну, так называемый кредит, то есть заново закинут на счет деньги и говорят, сделайте новый заказ. И я как-то, оно у меня все осталось несколько дней, и потом я пошла на почту вообще за другой посылкой и прихожу, когда домой пришла, не могла понять, что это за посылка, распаковала, узнала, что сайт E-Vitamins. Я им написала, что, ребят, спасибо большое, посылку получила, можете обратно этот лимит, эти денежки списать с моего счета. Ну, как бы я получила посылку свою. Я, если честно, человек, ну, как я считаю, все-таки совестливый. То есть, если мне предоставили, спасибо большое, но я вам скажу, что я получила. Не знаете, как крыса могла бы вообще ничего не показать, зажать. Ну, нет, это не про меня. И они мне сказали, нет, вы что, спасибо за вашу честность, вы можете воспользоваться все равно этим кредитом. Ну, конечно, когда мне уже так написали, мне было приятно, я сделала еще один заказ, и как раз-таки вот там, я не помню точно, но, по-моему, взяла от Andalou Natures какой-то тоже набор, еще один, потом я взяла для абсолютно новую для себя фирму, еще что-то, но я уже не помню. И просто ухода у меня очень сейчас много. И последнее, что я хотела попробовать и заказала, это от фирмы Reviva Labs. Я давно, если честно, в хотелках и никак не доходили руки. У меня крем с гликолевой кислотой. Я думала взять 5 или 10%, и в итоге взяла все-таки 5%. Думаю, что это правильное решение. С этой фирмой я знакома давно, если честно, не открывала, не нюхала еще даже. Ой, пахнет, как будто бы крем для эпиляции, если честно, вот такой неприятный прям аромат. Но посмотрим. Наверное, скорее всего, его уберу в холодильник, вряд ли буду сейчас пользоваться. Но опять-таки, не говори пока ничего, не знаю. У меня еще уход от Пурита, про который обязательно в ближайшие дни я вам расскажу. Скажите, пожалуйста, в каком формате вы хотели бы увидеть обзоры? То есть, либо отдельно, чтобы я делала по маркам, во влогах, про какой-то общий свой уход, допустим, про свой дневной уход рассказать, про свой вечерний, или вот в формате влогов, а потом собрать действительно про какую-то марку, про какие-то средства и рассказать подробнее вам. Мне разницы нет, каким образом снимать, мне главное, чтобы вам было комфортно, удобно, чтобы вам нравилось, потому что вы мои зрители, и в первую очередь я должна прислушиваться к вашему мнению. Я хочу поблагодарить вас за то, что вот действительно вы у меня есть. Именно благодаря вам мне присылают что-то на обзор, что-то я могу пробовать бесплатно, делиться с вами этим мнением. И, конечно, если бы не было бы вас, не было бы, наверное, моего канала. Поэтому огромное-огромное вам спасибо. Спасибо за поддержку, спасибо за то, что вы есть у меня. Я безумно рада, что когда-то, 5 лет назад, я решила создать свой канал. Пусть он не такой процветающий, но, наверное, это потому, что я в какой-то степени лентяй и не занимаюсь им на должном уровне, но, знаете, в то же время я занимаюсь на уровне, когда у меня есть время, когда все-таки это мое хобби. И да, я в восторге от всего. Спасибо, спасибо вам огромное. И я очень-очень постараюсь в ближайшее время все-таки купить себе нормальный микрофон, потому что 4 видео, представляете, вот сесть, снять 4 видео подряд, и потом послушать, и понять, что не записывался звук. Микрофон, который я заказала, он казался плох, но ладно, это история о том, за что мне сейчас пальчики вниз поставите. Спасибо за то, что вы были со мной. Ставьте пальчики вверх, если вам интересно узнать о всех этих баночках, скляночках поподробнее. Пишите комментарии, давайте общаться. До новых видео, пока-пока!